Добрый день, дорогие друзья-огородники! Меня зовут Татьяна Башмакова, и я покажу, как выросла капуста унибутра на 15 июля. Сорт был заявлен на пакетике как средний-ранний, от высадки рассады, то есть 80-90 дней высадки рассады в открытый грунт. Я сеяла ее 8 апреля в мини-парник. И рассаду высадила 23 мая. И получается, что она выросла у меня чуть ли не на месяц раньше. То есть капуста оказалась, во всяком случае, в этом году она оказалась ранее. Вот, качанчики довольно большие, стоит сильная жара, поэтому они даже немножко стареют. Так она белоснежная, большие качаны, и мы ее режем уже с 1 июля, то есть 2 недели только маленькими мы срезали. Вот покажу, есть чуть меньшие. Пока она росла, хорошо были прикрыты листиками, то есть никакие туда насекомые не лезут. Красиво, классически растет, кустик небольшой, качаны большие, прикрытые. И вот то, что мы срезали раньше, я оставила и надеюсь даже на второй урожай. То есть капуста сильно порадовала, абсолютно неприхотливая, схожесть была хорошая, пересадили легко. И вот семенами с 8 апреля на 15 июля мы уже будем снимать окончательный урожай.